Неработающим студентам должна быть оказана адресная помощь в компенсации стоимости проезда в общественном транспорте. Такое решение приняли на заседании круглого стола по этому вопросу. В обсуждении участвовали представители молодежных организаций, городских и областных властей. Напомню, с 1 октября в Самаре выросла стоимость проезда в общественном транспорте, коснулись изменений и транспортных карт. Сегодня в городе им пользуются около 3% студентов. Специальная рабочая группа, в состав которой войдут все заинтересованные стороны, разработает механизм компенсации стоимости малоимущим студентам. Выявить, кого из студентов волнует данная проблема, ну и выработать те варианты решений, которые должны помочь и студентам, и помочь городской власти разобраться в этой проблеме. Помощь, естественно, студенчеству будет оказана. Мы, естественно, опираемся на профсоюзные организации, вузов, СУЗов. Естественно, мы говорим об точечной, адресной помощи для молодежи.